Офигеть, у них как бы еще одна кошка. Джон показывает, как делать бразильские хот-доги. Капец. Ребята, всем привет. Я только что наконец-то сняла на свой канал видео, так что заходите, посмотрите. Не знаю, там оно уже или нет. Вот. И сейчас надо убрать тут вещи эти все и пойду готовить обед. Еще просто сегодня пожарить курицу. Гречка у нас еще есть. И такой вот овощной салатик. Просто огурец, помидоры, листья салата и все. В общем, мы пошли есть. Всем приятного аппетита. У нас уже вечер, и мы сейчас поедем в гости к Джону и Николасу. Они нас уже ждут. Вот, что-то готовят там. Заинтриговали немножко. А вон Пашка. Пашка, привет. И здесь. Всем привет. Как ваши дела? Супер, классно. Кошак! Где? Вон сидит прямо на лавочке. Киса! Он к нам идет. Жесть, машина чистая. Это не наша. А ты мне сказала, что он не подойдет. Он убежал. Смотрите, у Джона и Николаса машина. Checking the mailbox, guys. How are you? Did you guys miss me? Спрашивает, ты скучал? Си, вайта манаку. Мы приехали уже к ним, и они тоже домой как раз приехали. Посмотрим, как они ездят. Наконец-то они теперь на колесах. Такая старенькая машина. Но, блин, прикольно, что у них появилась наконец-то их первая машина. Машина стоит, кстати, $700. And what is it? What's like make and model? It's a Buick. What the fuck? Ой, я вину. Внезапно вдруг загорелись ботинки. Прикол. Блин, холодно, пойдемте. Посмотрите, кто здесь. Фиби, какая она большая. Да, она такая огромная, ты посмотри на нее. Ой, гада был. Куда ты? Catch on out. Прикольно, найс. Прикольно. С Николасом можно по-русски иногда разговаривать. Я поняла, вы еще говорю по-русски. Прикол. Посмотри на эту жиробаску. Блин, она такая огромная. Точно законно. Don't touch her. She's mine. No, she's mine. Такая она большая. Фиби, помните, она у нас жила? Сколько, 3 дня? Ты нас помнишь, Фиби? Такая ты классная. Вообще, так она выросла, я в шоке. У ребят кое-какие изменения в комнате. Поэтому они нас позвали в гости. Смотрите. О, найс, it's so cute. Нифига, как уютно у них стало. Класс. Мебель чуть подприбавилась. Фиби, и смотрите, кто у них. У них новые питомцы. Питомцы. Это маленькие мышки. Мышки? Мышки. Фиби хочет с ними поиграть. Представляете, у них как бы кошка и мышки. 3 штуки их. Вон они все вылезли. Такие классные. Я хочу их подержать. Прикольно. Офигеть. У них как бы еще одна кошка. What's your name? Seven. Seven? Mm-hmm. Seven. Ее зовут Семь. Seven. Такая прикольная, кстати, раскраски. Да, кстати, очень красивая. Is she from Shelter? Is she from Shelter? This is from New York. Her name is Severina. But we call Seven. Прикольно. Это не их кошка, а их соседки. У них здесь еще вот одна комната. Две кошки. Вот здесь живет другая девочка с ними. Look, this is for Phoebe, from IKEA. She can get inside. Домик для Фиби, ого. Она сидит там, интересно? Она так подросла, еще красивее стала. Да, она вообще хорошенькая. Она съела ко мне. Мне нравится. Прикольно. Смотрите, как в Америке едят чипсы. С соусом. French onion. Да, да. Специальный такой дип называется. Макаешь туда и ешь. Вот. Не знаю, мне все равно нравится есть просто чипсы. Мы с Пашей придумали прикольное задание для Николаса и Джона. Написали здесь на бумажке разные пословицы, транскрипции, чтобы они смогли это прочитать. Это, на русском? Да, на русском. Ну, допустим, век живи, век учись. Вот. И они сейчас это будут
попробует прочитать. Мне кажется, это должно быть весело. Мне кажется, у них должно получиться, потому что Николас вообще очень особенно хорошо русский повторяет. Особенно у Николаса, повторяет. Да. Еще мы написали здесь припев песни ЛДЖ Дукада «Розовое вино». И вот это будет очень ржачно. Я вот, кстати, не знаю, слышал он ее или нет, потому что ему обычно нравятся русские песни. Потом дадим ему послушать ее. Вот мы тут написали уже, и сейчас дадим им бумажку. Они будут это читать. Поговорки. Без труда не витащишь. Хипку из пруда. Фишка в том, что на португальском, когда в начале идет буква R, они читают как Х. Типа не Рио-де-Жанейро, а как? Хью. Видите? И поэтому он рыбку читает как хипку. Окей, give it to John next one. Oh, next like one? Like one by one, yes. The second. Vak, живи, vak, ukis. Окей, учись. Yes. Век живи, век учись. Учись. Сем раз отмер, один отреш. Найс! Вообще не было. Perfect. Я понял вашу новую по-русски. Я понял. Тише дэш, дальше будэш. Тише едешь, дальше будешь. Будешь. Окей. Когда хак на горе свистнет. Вау! That was so good. I was born in Russia. Когда хак на горе свистнет. Not bad. Next one you're gonna do. Вити хом омуте шефти водиас... В тихом омуте черти водятся. Do you want to try, Николас? Oh my god. В тихом омуте черти водятся. О, черти. В тихом омуте черти водгатся. Водкаться. Водкаться. Ну, водятся. Водка, вода. Водка. Водка, вода, да. Водка, да. Нет. Да, да, нет. Is it last one? Yeah. Давайте, говорит, послушаем русский гимн. Okay, fancy. No, in Brazil we have to do like this. Yes. Like this? Yeah? Yes. Сейчас Николас будет петь розовое вино. Диеста как рассин, я передасишь и дышат. Суки на минимум, чтобы не мечтата. Эзики облака, фиола лучавата. Магия кветофи, со идом венашиш, таканаха. Чё, я ничего не понял. Can you read like the last one? Магия ситров, со идом венашиш, стакана. Стакана, йо. У него вообще так офигенно получилось. Сидеста как росин, я передаст дышат. Зуки ну минимум, чтобы не мешата. Эзи облака, фитела йовата. Маджа, маджа кушива, со идом вина шиш. Таканара, со изи. Офигенно. I think casino, this means casino. Красиво. Красиво? Красиво. It's supposed to be casino. Casino? Yeah, casino. He say, I wanna go to casino. Кстати, смотрите, сколько новых татушек у Николаса. Какая вам нравится больше всего? Мне пончики. Он каждую неделю новую делает. Памчи. Фрикольная. Это забавно, кстати. Интересно. У Фиби здесь два домика. Смотрите, она здесь даже лежит. Тебе нравится? Киса. Так прикольно, мне кажется, она нас даже помнит, потому что она идет к нам. Да? Мы перебрались на кухню, и ребята сейчас будут готовить нам хот-доги. Is it sauce? Yeah. Sauce. Такие штуки. Тут... кукуруза, это такие чипсы картофельные, горошек. Сейчас будем пробовать бразильскую газировку. Гуарана. Это такой вроде фрукт, нет? Да, это она из фрукта. Вообще она похожа на имбирный эль вроде бы.
Кстати, неплохо. Да, мне нравится. Я уже пробовала, Пашка, нет. Вообще ни о чем не похоже из такого знакомого. Да. Мне ничего не понравилось, просто странный вкус. Ну, газировка, да, она вкусная. Джон показывает, как делать бразильские хот-доги. Соус. Ну ты не можешь пегать, кстати. I cannot use this. Ложка с дыркой, а он говорит, как я соус буду наливать. Like this. Mm-hmm. That was Michelin. И теперь вот туда всякие начинки. And then we have, look. Майонеза, конечно, побольше. Потом горчички еще, еще кетчупа побольше. And then, look, миль, вервиля, sweet peas, горошек. Вот, кстати, первый раз вижу, чтобы горошек. Чего, я вообще все погодно намешиваю? Вообще, такая нормальная смесь. And then potato sticks. Вот это интересно. See, I don't like the sausage, so... Okay, I'm almost there. I only eat. Okay, and then now... Finish? No. Еще кетчуп сверху. What you have? Okay, it happened. What you have? Sauce? Ketchup. And cheese, put the cheese, don't forget the cheese. Eu não sou muito do queijo, mas I'm not that into okay, muito queijo. That's it. I'm not even lying. And then also some. Ну все. And what? Then you have to eat it like this. Готово. Так, я сейчас себе что-то типа такого же буду делать. Я себе тоже сделала, только у меня просто томатный соус без кетчупа, майонеза и горчицы. Сейчас буду пробовать. Так, что там происходит? Там мне сейчас Николас достает мышек. Просто и Фиби там. Такая маленькая вообще. Сейчас она напупает на тебя. Show more of the light. Представь, какие у нее малюсенькие, как кошелечки, если она такая сама маленькая. Все трясется. Прикольно. Вообще здесь в Америке таких маленьких продают, чтобы кормить животных, там змей. Таких, да? Блин, это... Oh my god, no. Сейчас съест ее. Ничего не делает. Мне кажется, она хочет. Да, она просто хочет лапой пощупать ее. She kind of wants to get it, but... Oh my god. Просто как бы Николас в шортах. Are you okay? Yeah. I'm Russian, I don't feel cold. Let's go to Walmart. В общем, мы приехали в Walmart. Нам надо что-то купить, и ребятам тоже надо купить кое-что. С мальчишками весело ходить. Угу. Капец. Что он такой, типа, я не с вами, ля-ля-ля. Угу, эти играют. Go. Продолжаем играть. Почему бы и нет? Же он такой, эта игра мне больше нравится. Ой, что я натворил? Лови! Ой, как мне весело! Капец! Он такой, блин, ну все, вообще хватит уже. Все, мы уже будем прощаться с ребятами. Мы поехали домой. Они тоже к себе домой поехали. Пока! Пока-пока! 30 miles away from their house. Мы вернулись домой, и быстро покажу вам, что мы купили. Вот такой вот хлеб. Первый раз его покупаем, хотим попробовать. Он не порезан, но мне понравилось, что он с какими-то специями, очень вкусно пахнет и очень мягкий. Авокадо, бананы, сок апельсиновый. Паша его очень любит. Взяли также кример, это сухие сливки. Это, кстати, тоже Паша, со вкусом ванили. Молоко. Я взяла еще такие вот йогурты. Мне, кстати, они очень понравились. И видела их только в Walmart. Это со вкусом ванильного капкейка. Персик. Опять капкейк. И клубничный чизкейк.
еще вот такая вот, это питьевой йогурт, персик, ветчина, нутелла, паша, и я решила взять, как вы думаете, почему я решила взять это? Потому что мы пересмотрели «Очень странные дела», и я очень захотела попробовать такие вот вафли. Я, конечно, пробовала подобные вафли, но это именно та фирма, с которой ходит, как зовут ее, 11, вот, и поэтому, я не знаю, я так захотела, когда я увидела, такая, все, беру, даже не раздумывая. Они уже как бы готовы, их нужно положить в тостер, либо в духовку, как бы они разогреваются, и их кушаешь, это, в общем... Завтра, наверное, на завтрак буду их кушать. Ты будешь со мной их кушать? Конечно. У нас уже очень поздно, мы пойдем отдыхать. Всем хорошего дня и всем пока-пока. Пока-пока. Маленькие крыски. Мыши. Ой.